А кто это тут у нас? Я думаю, знаешь что, чувак? Со скретчами писать или типа более как бы, ну, четко, типа. Или типа. Я же здесь все видео испорчу. Да, очень просто. Он ставит микрофон, видите, деревянного цвета большой. Еще раз. Вот деревянного цвета, вот это. Это динамический микрофон. А, то есть не вот этот? Нет, динамический микрофон собственного производства. Угу. Фирма называется... Алтай, Алтай, да, не читай там. Это просто, да, заказались с ebay-чика? Да. Вот. Использую чувство вкуса. И? Отвертка. А, не, этот не хуч, а... Отвертка? Как этот? Трофи? Фихуа. Трофи. Трофи, да, с фихуа. Ну нет, я на самом деле за вертолет, чуваки. Виноградный. Вертолет это... А, еще есть это Казанова с молоком, да? И слушай, слезами я... женщин. Я Казанову сейчас не впрочь выпить. Ты видел мой видосик? Да, с девочкой. Очень прикольно. Чего она так не ответила мне? Это мой чувак, это... Моя идеальная женщина. Там, смотри, у меня вопрос есть. Вот Саня начинает играть, типа, да, там, в каждую долю мало барабан, да? Да? А нахуя? Давай запишем прямо на этом звуке. Там единственное, этот переход такой, с аккорда на аккорд, не знаю, как суета какая-то звучит, типа, когда играешь, типа... Есть ощущение. А сыграй без него, без перехода. Ну смотри, сейчас... Давай сыграй просто.